Ребята, всем привет! Меня зовут Джаниши Девилоши, и это пятая серия моей новой рубрики. На экране победитель на 50 миллионов с прошлого ролика. Поздравляю тебя, свяжись со мной в ВК или в Дискорде, и я выдам тебе приз. В этом ролике я снова разыграю 50 миллионов долларов на любом сервере Аризоны. Чтобы принять участие, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк на это видео и написать любой комментарий от 4 слов. Итоги будут в следующем выпуске. Перед началом ролика хотел бы пригласить вас играть вместе со мной на Arizona RP Holiday. Указывай мой ник при регистрации, вводи промокод решеточка.мм на 5 уровне, вступай в мою семью и ставь фамилию Девилоши. За все эти действия ты получишь около 7 миллионов на старте игры. Приятного просмотра! Новый день, значит, пора открывать новый ларец. Понимаю, что из ларца пилота уже 3 дня не падал самолет. Убеждаюсь, проверив чат-лог, перемещаюсь на центральный рынок и начинаю скупать ларцы пилота. Сначала открытие пошло не совсем по плану и пришлось потратить немножко больше денег и открыть немножко больше ларцов, чем я планировал. Но по итогу я не стал останавливаться и в итоге дожал ларец пилота, из которого мне выпал самолет Вестра. Сразу же нахожу покупателя, продаю ему самолет и фиксирую на своем балансе сумму в размере 500 000 000 долларов. На стриме разыгрываю вот такую крутую тачку Lamborghini Huracan 2022, которую я выбил в одной из прошлой серии. Правила, как обычно, очень простые. Нужно было зайти на стрим, подписаться на канал, поставить лайк и написать кодовое слово. Парень, который выиграл, я тебя поздравляю. Не уходя далеко с автобазара, устраиваю распродажу машин. Это тоже одно из мероприятий, которые я провожу на своих стримах. Суть довольно простая. Я беру машины, выставляю их уже по заниженной цене и далее сбавляю цену на 1 миллион каждые 10 секунд. До того момента, пока кто-то не решит, что эта цена очень хорошая, чтобы забрать эту машину. В этот раз я продал Волгу и Tesla Model S. Ну а если вы тоже хотите поучаствовать в таких крутых розыгрышах и распродажах, приглашаю вас на прямые трансляции, которые я провожу на своем канале каждый день с 6 до 8 часов по московскому времени. День не обходится без посещения моего любимого ресторана 4 дракона, и в этот раз мне снова удалось выиграть плюс 13 ставок по 800, что в переводе на верты является где-то миллиард. На стриме у нас получился небольшой конфликт между нами и семьей Blizzard. Ребята начали ругаться в чате, оскорблять друг друга, после чего я решил встретиться в спортзале Las Venturas и решить все вопросы на ринге. Ребята немножко потулились, после этого вышли с ринга, пожали друг другу руки, и я надеюсь, что у них больше не будет возникать конфликтных ситуаций. Передаю ту самую Lamborghini, которую мы разыграли чуть раньше, и еще раз поздравляю победителя. Как обычно, на ночном стриме проводим крутые мероприятия, и первое мероприятие — дерби с призовым фондом 50 миллионов долларов. Условия очень простые, дожить до конца, вот так вот оно проходит. Поздравляю победителя. Далее мероприятие прятки. Суть очень простая, нужно спрятаться лучше остальных, выжить, дойти до конца и получить 25 миллионов долларов. Ну и под конец делаем мероприятие «Король Дигла». Суть — показать свои навыки стрельбы с пустынного орла, остаться последним и получить те же 25 миллионов долларов. На этом наша серия подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.